Сегодня мы рассмотрим 4 модификации для Sims 4, от которых ваши тоддлеры придут в восторг. Первым на очереди вот такой прекрасный надувной бассейн для ваших малышей, в котором во время жаркой погоды ваши дьяволята смогут освежиться и как следует провести свое свободное время, ведь у них его так много. А если у вашего малыша есть братик или сестричка, то они вместе смогут провести жаркие деньки в этом маленьком надувном бассейне. Следующим на очереди я покажу вам вот такую замечательную функциональную горку, которую вы уже могли видеть в любительском каталоге «Детские забавы». У данной горки, конечно, не очень хорошая анимация, но сам факт того, что с помощью этого замечательного мода вы можете разнообразить скучную обстановку вашей детской площадки, уже заставляет полюбить этот мод. На третьем месте в обзоре у нас находится вот такая большая песочница, в которой ваши тоддлеры смогут веселиться со своими сверстниками, строить песочные замки и лепить куличики. А также с помощью данного мода, игрового кода BB Moved Objects On и вашего воображения вы сможете построить замечательный пляж, на котором ваши тоддлеры и их родители смогут хорошо провести время вместе. И на последнем месте, но не последней по значимости, мод, который поможет в первую очередь сэкономить место в вашей детской комнатке, если в вашей семье живет больше одного тоддлера, и принести в обстановку немного реалистичности. Данная двухэтажная кроватка прекрасно впишется в интерьер вашего дома и станет тем местом, в котором ваши малыши будут спать спокойно. Ну а на сегодня все. Если вам понравилось мое видео, то не забудь поставить палец вверх и подписаться на канал, дабы не пропустить видео подобного характера. Ну а если вы ждете и хотите в числе первых посмотреть следующий ролик, то не забудь нажать на колокольчик и репостнуть данное видео в различные социальные сети. Ну а меня зовут Сергей, и до встречи в новых видеороликах. Всем до скорых встреч. Пока-пока.